В Твери на проспекте Калинина открылся первый елочный базар. Всего их будет 13. Остальные площадки во всех районах Твери начнут работать в ближайшее время. Подробности прямо сейчас. Продажа лесных красавиц стартовала 20 декабря. Первый елочный базар открылся в Пролетарском районе. Сюда, на проспект Калинина, привезли около 350 елей. На днях откроются остальные 12 площадок. Самое большое количество у нас в Московском районе, 6 елочных базаров, 4 в Заволжском, 2 в Пролетарском и 1 в Центральном районе. Эти елочки из Весьегонска, их срубили 4 дня назад. До приезда в Тверь деревья хранились в лесу. Это нужно для того, чтобы сохранить свежесть елей максимально долго. Все веточки эластичные. Это показывает о том, что елочка свежая. Елки не осыпаются наши, свежий вид. Но вот, храниться будет дом у вас до и 31-го, и целый январь. То есть главное правильно ее поставить в воду. Вечно зеленые красавицы разной высоты. От полуметра до 3,5 и разных сортов. Это сортовая елка. То есть она ветвистая. Вот они разные сортов. Есть в продаже и сосны, которые тоже пользуются спросом. Также на ярмарке можно приобрести елочные украшения и сувениры. Елочные базары будут работать в Твери до 31 декабря включительно.